Всем привет! Сегодня у моего мужа день рождения, поэтому я хочу ему организовать сюрприз. К 12 часам заехали в магазин Макро с подружкой. Вот выбрали. Ему сегодня исполняется 29 лет. Готовим сюрприз. Куплю сейчас такие вот тарелочки и свечки. Торт уже купили. Все, выходим с магазина. Торт уже в машине. Все, начинаем подготовку к дню рождения. Сейчас вот жду компанию, которая будет организовать мне это все. Ждем. Здравствуйте, да. Да. Здравствуйте. Значит, будем делать, наверное, вот здесь, около, да, около дверей. Это вы будете делать? Давайте сюда машину поставите. Вы имеете насчет этого? Здравствуйте. Здравствуйте. А. Вот этот молодой человек. Значит, вот здесь будем делать. Вот отсюда. С этой двери он выйдет. И поэтому это моего мужа машина. Убрать мужа, да, будет? Убрать нет никак. А надо, чтобы убрал, да? Если мы уберем у него ключи, он узнает. Нет. Он сейчас вот здесь на улице сидит. Так что. Давайте. Угу. Да, только тихо. А то он все слышит там. А кто будет медведь? Угу. Ой, это так волнительно. Я ж переживаю. Но я думаю, мой сюрприз это вот будет шикарен. До холеса. Прям очень-очень хочу, чтобы он удивился. Очень сильно хочу, чтобы он удивился. Значит, время сейчас 11:34, да? Добрый вечер. Вот еще другой молодой человек, который будет помогать нам. А можно один вопрос? Вот эти машины мешать не будут, да, вам? Какая? Нет. Это его друга. Или хотите... Или, ну, чтобы опасно не было. А, ну все тогда. Хотите, вон оттуда начните прям? Вон оттуда. Вы одни сами будете или кто-то еще будет? Друзья тоже тут специально. Вот. Вы посадите, посередине вы будете. Да. А он выйдет с ними, друзьями, он зажжём. И...
Хорошо. Он актер. Ничего страшного. Зато знаменитыми станется. Кстати, я 2 года назад тоже заказывала вас. Только я не помню, кто приезжал. Не вы вроде. Или вы приезжали. У меня переписка до сих пор есть, Даша. Помнили? Помните, да? Мы в другом доме делали. Тоже вот эти были фейерверки. Вот. Потихоньку готовимся. Муж сидит там. И не в курсе, что тут происходит. Вот. Насчет торта. Что потом? Как отсюда, да, вытащить надо или как? Сейчас. Вот они вот что-то подключили через машину. Ток, что ли. Через аккумулятор. Осталось ровно 10 минут. Я прям молюсь, чтобы он не вышел. Сейчас торт уже приготовили. С тортиком, чтобы все было красиво. Время 5:05. Осталось ровно 5 минут. Поэтому ждем. А вот медведь. Наш диско-медведь, который будет одеваться. Ой, танцевать. Всегда одевается. Медведь готов. Мне потихоньку снимать или пока не надо? Сызнакики. Вот мы с Зулечкой выбрали торт. С днем рождения папы написали. Это от Абдул-Азиз, от моего сына. Якобы. Вот. Тимка тоже нам сейчас поможет. Тимка, ты куда пройдешь? Нам, вы нам скажите сценарий, что нам делать? Сейчас смотрите. Вот. Сейчас получается вот. Вы в фейерверке решили. Осталось 2 минуты. Как выйти, вы скажете? Чтоб все вышли. Все пусть выйдут. Подождите, подождите. Кто скажет? Я. Вы скажете? Сразу я скажу. Давайте. Тим, пусть все. Все. Ой, оплачь, значит. It's okay, ладно. Ничего. Тима!
Спасибо, спасибо, спасибо. Идем, я тебя обниму. Хорошо. С днем рождения тебя. Желаю тебе всего самого лучшего. Торт. Торт. Спасибо большое. Вот Мишка. Идемте, сейчас я ребенка туда взял. Сейчас будем убирать это все.